Это лишь громкое название – дача. На самом деле это просто клочок земли и никаких построек. Тогда, в начале 90-х, многие брали себе участок под дачу. Но денег на домик не было. Русское слово подхватил весь мир. Именно так стали называть пожилых женщин в платочках. Для иностранцев такие бабушки у подъезда – диковина. А в СССР – типичная картина. Здравствуйте! Шутка! Хотя в ней есть доля правды. Дорога – это неизвестность. Здесь может встретиться кто угодно. В нашей истории именно на дороге увидели пропавшую женщину. Три дня ситуация считалась серьезной. Человека начинали искать. Вариантов множество. Трагичное. Погиб, ранен, потерял память. Неужели привиделось? Ничего удивительного. Кладбище для ребенка – жутковатое место. Говорящие головы, летающие руки. Известные советские детские страшилки. Ребятня в них верила, взрослые нет. В то утро люди даже не догадывались. Жертвой мог стать любой. Маленький рабочий поселок стал охотничьими угодьями жестокого убийцы. Он не знал ни жалости, ни сострадания. И сыщики заподозрили самое плохое. Или все объяснялось банально. До ближайшей деревни пара километров. Если бы не случай, тело могли обнаружить только по весне. Что же здесь делал мальчишка? Совсем один в лесу. Куда шел? Почему не по дороге? Ведь вот она, совсем близко. Произошло. Нелепая случайность. Напала стая волков, загрыз медведь. Места здесь и сегодня считаются глухими. А 40 лет назад и подавно. Чем отличается домашний обед от обеда в столовой? Любой ответит на этот вопрос. Дома вкуснее. Несмотря на полезные свойства, нравилась пенка далеко не всем. Вот хочешь выпить молоко залпом, а тут она так и норовит к небу прилипнуть. Просто пытка какая-то. Нет, не буду. Большой цветной телевизор. Один из признаков благосостояния по-советски. Он стоил очень дорого и был мечтой каждой приличной семьи. Но речь не об этом. Первое препятствие на пути опергруппы было до слез обидно. После недавнего потепления дорога раскисла. Не дорога, а направление. Ночная пороша замела все следы, но, к счастью, не все. В ходе расследования сыщикам пришлось узнать об издевательствах, насилии, побоях и отважном сердце юного рыцаря. Но за что с мужчиной так жестоко расправились? Время тянулось бесконечно, и никого. Так что же, ошибка? Детские фантазии? Неужели вся разыскная работа на смарку, и придется все начинать сначала? Но события в этой удивительной истории развивались непредсказуемо. Этой мистической тайне нашлось вполне материальное объяснение. Но почему выбрали именно этот квадрат? Случайно? Или преступники заранее обдумали свой план? Дача-кляча. Такую насмешливую поговорку придумали советские люди. На дачу ехали не отдыхать, а работать. Тяжелая работа начиналась еще в дороге. Все нужное приходилось возить с собой. Эта история начиналась как загадочный детектив. Но даже в таком серьезном деле нашлось немного места для новогоднего чуда. Консервы. Для советских людей это особая часть жизни. Не просто банальные продукты в жестянках. За ними многолетние традиции. Килька в томате. Часть культурного досуга представителей рабочего класса. Да чего скрывать, и интеллигенции тоже. Завтрак туриста. Целый пласт жизни. Походы, палатки, костры, песни под гитару.
милая моя, солнышко лесное. В советские годы выпускались сотни видов консервированных продуктов. Были общедоступные, привычные, а были празднично-дефицитные. Зеленый горошек, кальмары, паштеты, ветчина. Про некоторые консервы 80-е годы лишь ходили легенды. Крабы, черная икра, язык в желе, мечта. Наша история началась с консервов. Из этого места не хочется уходить. Заварной чайник. Сейчас, в эпоху пакетиков на ниточках, он стал атрибутом настоящего чаемана. Ситечка. Ну, такому позавидовала бы сама Эллочка-людоедка. Индийский чай. Фасовался у нас. Любой советский человек знал, брать нужно красно-зеленую пачку. Высший сорт. В чае первого сорта, желтой упаковки, индийского чая всего 15%. Все остальное – грузинские. Кстати, много позже выяснилось, в красно-зеленой упаковке тоже была смесь. Просто индийского чая было чуть-чуть больше. Ну, примерно треть. Какой пощады бытовым разложенцам! Не позволим шатать ячейку общества! Вот так. Уральских девушек недаром сравнивали с хозяйкой Медной горы. Красивые и смелые. В нашей истории девушки оказались жадными и злыми. Вот это поворот! Все-таки женщины невероятно романтичное создание. Особенно те, кто вырос в СССР и воспитывался на русской классике и советских кинофильмах. Слово «гласность» появилось в лексиконе советских людей в 87 году. Тогда со всей серьезностью партия с высоких трибун объявила: «Отныне не будем замалчивать». Сыщики понимали, они имеют дело не с маньяком-одиночкой, а с целой преступной группой, бандой. Слова об оружии тоже могли оказаться правдой. Избежать перестрелки и ненужных жертв. Я трудно побороть искушение прикончить на месте гадов, которые так обошлись с несчастными девочками. Но пермские сыщики – профессионалы. Подонки должны предстать перед судом, чтобы все знали – наказания не избежать. Казалось, развязка этой истории близка. Но на самом деле до финала еще было очень далеко. Во время следствия вскрылось еще множество эпизодов. Казалось, приговор суда будет однозначным. Всех четверых мерзавцев к стенке. Но и здесь сыграл роль так называемый гуманизм. Подонки получили лишь по 15 лет лагерей. И это вызвало настоящую волну народного гнева. Во все инстанции полетели письма от родственников убитых девочек, от несчастных матерей, от общественных организаций. Но приговор оставили без изменений. Приближалась другая эпоха. На носу были лихие 90-е, когда от Нового года ждали не чуда, а пощады. Раз в год, в конце декабря, в каждой советской семье происходило маленькое чудо. Откуда-то с антресоли доставали коробку, а в ней ощущение праздника. Елочные игрушки, сверкающие шарики, стеклянные фигурки. Шишки. Ну и сверкающий дождик и обязательное украшение для верхушки елки. Дед Мороз и Снегурочкой. Без них чудо не случится. Это не просто игрушки. Это вкус, цвет и запах того времени, когда люди верили в лучшее.
Новый год всегда праздник. Пробьют куранты, и все будет хорошо. А дальше еще лучше. Главное в этом не сомневаться. В нашей истории тоже случилось чудо. Для сыщиков, которые добились своего. Впрочем, это уже совсем другая история.